наши бабушки же вышивали, наши мамочки, но оно одно время как-то все как-то назад ушло, а сегодня все это возвращается. Хобби взрослого поколения Анфиса Файзудинова влюбилась с первого взгляда. Спокойной неторопливой, стежок за стежком, она уже шила головной убор «Калфак» и подобрала к нему сумку с орнаментами. Для стильного образа не хватает вышитого платочка. Техники этого мастерства обучают в татарской студии рукоделия. Платочек она не только плакать, но это хранитель домашнего очага. Вот в армию солдат уезжает, девушке платочек подарили. Это платочек красиво вышитый, оверложенный, духами брызганный. Занятия проводит Фануза Сабирова. Рукоделием она начала увлекаться с детства. Сейчас это дело всей ее жизни. Пошагово освоить технику вышивания решили 20 человек. У всех горят глаза. Признаются, сложно, но интересно. Эта работа требует особого терпения. Сейчас мы вышиваем узоры. На это может уйти часа два, но результат стоит того. Мастерская находится в Доме дружбы народов. Занятия проходят раз в неделю, причем абсолютно бесплатно. Это стало возможным благодаря Нижнекамскому отделению Всемирного конгресса татар. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, новости НТР.